Тему чистоты и благоустройства поддерживают и на городских предприятиях, и даже устроили специальный конкурс. Одной из самых благоустроенных среди предприятий, расположенных в городском округе, признана территория завода «Энергомаш». Чистая и аккуратная входная группа, подстриженные газоны, удобный паркинг и ограждение – все это радует глаз. Этот своеобразный конкурс проходит в Химках с весны этого года. Его условия и критерии оценки обсуждались на советах директоров предприятий-участников. Цель – навести порядок в промышленной зоне городского округа. Мы считаем, что у нас эта работа получается. Предприятия с нами в диалоге. Они поняли, зачем это делается, и поддерживают. И мы видим, что территория предприятия, в том числе «Энергомаш», в котором мы находимся сейчас, она имеет другой внешний вид, нежели полгода назад. Высокой оценки, по мнению администрации Химок, заслуживает также завод «Искра». Ну а безоговорочный лидер по содержанию территории – фирма «Bosch». Когда мы поставили высшую оценку вот за второй квартал «Bosch», это, естественно, зацепило всех остальных. Как, что, почему стали изучать этот опыт. И мы надеемся, что это такое дружеское соревнование за право лидировать по красоте территории, по благоустройству территории, прилегающих предприятий. Это будет хороший стимул для наших промпредприятий. Список критериев, по которым выставляют оценки, постепенно будет расширяться.